так вот мы обеспечиваем наших курочек витаминами в виде зеленой травки. Я каждый день накашиваю небольшое количество и разношу, раздаю им по клеткам, по выгулам и так далее и тому подобное. Но самое главное не только курочек, но и индюков. Да, индюки много жирают, они практически телегу у меня в день едят. И тачку садовую. Посмотрите, какое у нас разнотравие. У нас тут и вика встречается, и одуванчиков много, и крапива есть. Ну, есть, конечно, и сныть там с лопухами, не без этого. Но все съедается, знаете, без проблем. Ну что, пойдем давай раздавать. Еще плюс такой момент, еще, что траву, которую мы даем, она сухая, без росы. Таким методом мы избегаем того, чтобы наша курица ходила по сырой траве, по сырой земле, но при этом она кушает травку, ну, хорошее разнотравие. Страшно, для индюков это критично уже. Так что мы вот так вот им накашиваем и даем вольер. Без земли, без всяких там ненужных вещей. По крайней мере, вот до 4 месяцев, наверное, будем делать так. А потом посмотрим, может быть, возможность будет у нас сделать выгул. 4 уже девочек мы берем. Ладно, посмотрим. Все, пойдемте раздавать вкусняшки и подарки. Так, даем курочкам. Все, они здесь сами разберутся. На самом деле, вот можно еще, я вот так делаю. Все, они тут сейчас быстренько определятся, что с ней делать. Вон, подползают. Выходят из сумрака. Давайте я дверку закрою. Ты бы сюда поближе ее лучше поставил, тогда бы она в тени была. Но для видео удобнее, чтобы так было, да? Вот и все, и поехали. Пошла жара. Рубить мы ее не рубим. Они сами наступают на веточки, кусочки от них отщипывают. И, в общем, проблем у них не возникает с такой травой. Причем, когда она такой охапкой большой, из нее действительно можно и оторвать листочек. И проблем нет никаких. В общем, вот такие у нас... зеленые подкормки ежедневные. Зайчонок, пойдем с нами, пойдем. Давай за ручку. Папа, подожди нас, мы за ручку идем. Индюшаток, да, кормить наших больших? Идем? Проголодались, конечно. Вот папочка дает нашим индюшаткам травку и курочкам. Сейчас всем раздаст. Ну вот я сейчас много накосил, но где-то... Вот смотрите, вот такую вот телегу они сзади у меня съедают. То, что осталось, вот, да? То, что осталось. Да. Смотри, что здесь происходит. Там таз в колесе. Ну, как бы очень относительно туда положена трава, да, просто горой. Давай. И вот сюда я им кладу. А ты куриц забыл. Курицам я дам. Сток. Примерно коровам также дают, наверное, столько же. Ну, я не знаю. В общем, вечером они это все к вечеру съедают. Да. Курам я вот даю тоже. Виноград твой что-то наклонился, пап. Где это? Где это? Не помогла ли ему наклониться? Да, помогла? Зачем у кур-то отщипываешь? У кур висит, сдергивают обратно. Вот каждый день мы даем вот по такой тачке травы, ну на всех. На всех. На кур, на индюков. Какой бы выгул ни был большой, он должен быть прям совершенно свободный, чтобы в нем оставалась трава, да? Любой выгул обычно настолько выдолблен, настолько вычищен выгул курами. Для кур я вижу смысл только если они на свободе гуляют, вот просто по деревне. Потому что если это выгул, как вот у нас, ограниченный, там травы не будет через 3 часа, грубо говоря. Только если там 3 штуки ходят, наверное, будет. Да, так что
Насчет выголов, для нас вот этот вариант наиболее удобен. И я не вижу никакой разницы, ели бы эту траву они на улице, хватая земли, это, ну, с травы землю, либо вот здесь они в чистом виде ее употребляют. И в сухом, что очень важно для индюков. Да. Если погода дождливая, или сырая, или по России, я не кашу. Мне гистаминоз не нужен. Со всех сторон предотвращаем заболевания, короче. Да, мой сладкий? Давайте я выйду. Все, на этом. Ну-ка, разойдитесь-ка. Как тебе сегодня ущипнули? Если я был в этой, как она называется, да, спецовке. Джинсовке, в джинсовой, да. Рубашке. Я ощутил через нее. Прям кусок выдрали, можно сказать. А как они допрыгнули у тебя до бока, можно узнать? Я наклоняюсь, кормушкой насыпаю, они меня хватит запах. Подожди, сейчас, подожди. Бусинка так, кушает травку? Так, ребята, ну-ка давай, полайли. Скажите, пожалуйста, вот это все индюки же? То есть девочка, вот эта девочка, или это все-таки мальчик-индюк? Вот светлая голова, единственная. Белая, видишь? Но у нее тоже висит тут. У нас вообще есть девочки? Ты собрался резать их в 4 месяца? Мы говорили, что у нас нету мальчиков. Похоже, у нас нету девочек. Ладно, это девочка? Вот это может быть дела девочка? Дела делать. Какие дела у тебя? Отходите, дело немерено. Вот у нас главная кормилица индюшаток. Господи, я, честно говоря, боюсь. Вечно над тобой смеюсь, что ты боишься. Сама боюсь, не могу как. Саш, я боюсь. Чего ты боишься? Не знаю. Я в прошлом году тебе на руках притаскивал. Ну ты же добрый человек. Что ты еще хорошего притащить можешь на руках? Куда он? Ну, я надеюсь, мы не будем крыльцо отодвигать. Да его не отодвинешь. Сверху постучи, может, как-то. Смотри, знает, где прятаться. Угу. А, вот он лежит. Тише, тише. Тише, не надо, не надо, ты его не порань, пожалуйста. Он шипит, Саша. Сметана, уйди ты. Какой он толстый. Сашка, ладно, нельзя его обижать, на самом деле. Пошли. А мы не обижаем, я хочу просто за загородку. Вот он пополз. Да. Вон за бочку. Видно? Да. Он за ведрами моими. Вот, смотри, какой красавец. А там жарко. Давай, сейчас я его выгляну. Тихо. Забор. Только он сейчас опять спрячется. Не надо, и на вот выполз. Какой большой-то, Саня! Это небольшой еще, ты что, большой? Тихо, может, он сам уползет? Он сам уползет за загородку? Куда он уползет? Нет, конечно, надо. Сашка, он нападает. Тихо! О, сейчас он тебе... Ну и чего, вот ты его придавил, дальше что? Ну его взять вообще можно. Не надо, я боюсь. Саша, не надо. Тихо. Фроя, не надо. Укусит. Ну это ужин, ну. Ну и что, он все равно прокусит руку. Сейчас я его пойму. Как ты его поймаешь? Сашка, раздавишь. Не надо. В ведро его сунь. Можешь крючком его подцепить и в ведро кинуть? Какое ведро? Ты что, он выполз? Да? Вон он пополз. Сейчас его надо возле шеи придавить. И чего, ты его возьмешь в руку? Конечно. Ты что, чокнулся совсем? Я их уже не так боюсь, как раньше. Ну давай, давай. Ну отодвинь. Ну и что ты сделаешь? Вот ты его выбросишь за загородку. Дальше что? Все, чтобы он знал, что здесь ему не место. Он, конечно, будет видеть, где загородка. Ёпта, не ползи ты ко мне. Все, он сам идет, наверное, туда. Он сам идет за загородку. Давай его. Мамочки, ты родные. Сметана, уйди! Смотри, она не боится вообще.
Но она у нас дура местами. А, сметана! Тихо, Алена! О, Саша, Саша! Сметана! О, Фройен! Ты монстр! Какой ужас! Какой ужас! Александр Сергеевич, я с тобой на войну пойду. Нифига сосиску вышвырну. Все. Обалдеть. Сметан, ты видела? На что наш папка способен? Вот будешь себя плохо вести, тоже полетишь через забор. Поосторожней надо будет с ним. Обалдеть.